Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Медгуру. Согласно указу президента, уже к 2025 году мы все должны иметь генетические паспорта. Сегодня будем разбираться, что это такое и зачем это нужно. Эксперт выпуска Георг Блиджанс, кардиохирург, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Соцмедика». Георг, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Если можно, приведите нам вначале небольшой ликбез, что такое генетический паспорт и какие основные преимущества он дает. Ну, генетический паспорт – это расшифрованная информация нашего генома, интерпретированная понятным языком для врача и для пациента. То есть это анализ генома в расшифрованном виде, когда врач может прочитать и принять определенные решения по этому паспорту, выводы и так далее. Вот. Как его применять? В первую очередь его можно применять, когда мы идем к врачу. То есть, когда пациент идет к врачу, может предоставить генетический паспорт. На основании генетического паспорта врач может более точно принимать решения на этапе прогнозирования рисков, на этапе назначения лекарственной терапии и на этапе определения диагноза, более точного и быстрого диагноза. Как он выглядит? Это цифровой продукт на каком-то носителе или он должен где-то храниться в медицинских базах? Как это будет происходить? Это цифровой продукт. Он может храниться и в смартфоне, и на флешке, и в облаке. Представлено будет в виде цифрового кода, который можно в любой момент несколько раз многократно интерпретировать. Вот. А окончательное видео он выглядит в виде либо PDF-документа, либо интерактивной формы, веб-формы, когда пациент может прочитать или врач может прочитать как электронную карту. Вот. Также интерактивные формы в генетическом паспорте могут быть, когда мы вписываем лист назначения, система по листу назначения уже определяет сразу в интерактивной форме, какие препараты можно и нельзя. То есть разные варианты есть представления генетического паспорта. А сегодня уже можно где-то сделать генетический паспорт? Да, генетические паспорта уже делаются в разных компаниях, в разных клиниках. Вот, пожалуйста, РЖД-медицина уже полную делают генетические паспорта, полногеномное секвенирование, полноэкзомное секвенирование. В разных регионах МИДСИ сейчас продвигает свой генетический паспорт, выводит на рынок. И другие компании, компания Генотек. Также наша компания сейчас занимается этим вопросом. А это дорогое исследование? Сколько примерно оно стоит? Исследование, оно дорогое на сегодняшний день. Где-то стоит от полногеномного секвенирования с полной интерпретацией от 40 тысяч до 160-120, вот так варьируют цены, в зависимости от профиля, линейки. Если мы говорим о полногеномном, полноэкзомном секвенировании, цифры достаточно высокие, но технология развивается, и цена постепенно вслед за технологиями уменьшается. С каждым, можно сказать, там, годом эта цена все меньше и меньше становится. Основная стоимость идет на уровне секвенатора. Самые услуги секвенатора стоят очень дорого сегодня. Самая интерпретация где-то стоит примерно 7 тысяч рублей за исследование, за математический анализ генома. А вся остальная стоимость ведет за себя в основном секвенирование на уровне уже аппаратного комплекса. А можете рассказать, что такое секвенирование, и чтобы примерно понимать, почему это так дорого? Да, конечно. Секвенирование – это у нас анализ генома последовательности ДНК, определение последовательности ДНК. То есть на входе аппарату-секвенатору дается биоматериал. Это может быть кровь, это может быть другой биоматериал, соскоб со слизистой и так далее. Некий аппарат, который в этом биоматериале специальными методами определяет. Сначала идет очистка биоматериала и дальше определяет последовательность ДНК. Последовательность нуклеиновых кислот внутри ДНК. Так формирует цепочку ДНК, определенную химическими реакциями, математическим анализом. И на выходе получается ДНК вот, человека отдельно каждой хромосомы в определенной вероятности их последовательности. То есть у нас получается на выходе геном человека в математическом выражении, в цифрах, числах, последовательность нуклеиновых кислот.
Вот это процесс секвенирования. Это делается автоматически или человеком? Это делается автоматически, это делает прибор. Вот. Но уже последующий анализ после секвенатора, вот этого секвенса, уже сборка проходит генома, и дальше выявляются на геноме определенные мутации, дальше связь с болезнями и так далее. Это делается полуручными способами. Часть используется определенные, на части этапов анализа используются определенные алгоритмы, далее уже используются ручные методы для определения взаимосвязи с болезнями, с лекарствами, с продуктами питания. Это уже полуручный способ работы. Планируется ли создание единой общей базы ДНК россиян? Где-то в едином месте это будет аккумулироваться? В едином месте, конечно, технологически, когда все дозреет до этого уровня, это будет возможно. Тут два барьера есть. Первый барьер – это цена. Технология должна быть удешевлена настолько, чтобы практически каждый человек мог себе позволить это сделать. Второй барьер – это, конечно, технологический барьер, чтобы было единое облако, единое место хранения. Но в первое время такой необходимости нет. Можно сдать отдельно и сделать генетические паспорта, их анализировать и выдавать результат. Вот так, да, технологически это можно будет делать. Вопрос цены и вопрос стоимости. В этом направлении двигаются много компаний, и вообще прогресс идет в том направлении, что технология удешевляется, анализ генома. Скажите, пожалуйста, в каких отраслях медицины наиболее эффективно применение таких ДНК-паспортов? Возможно ли решение проблем, там, исключение каких-то болезней полностью благодаря таким тестам? Ну, в первую очередь, это, конечно, онкология, злокачественное образование. В этом сегменте очень востребована данная технология, не только с точки зрения прогнозирования рисков возникновения онкологических заболеваний, но и на этапе ранней диагностики, утверждения диагноза, также определенных форм онкологических заболеваний, ну и на этапе терапии, то есть подбор индивидуальной терапии, персонифицированной терапии для онкологических больных. Здесь она уже применяется не в полномасштабном выражение применяется геномный анализ, да, в онкологии, но двигаться в этом направлении есть большой тренд. И здесь генетический паспорт, генетические паспорта будут очень актуальны именно в онкологии. Далее это другие системные заболевания. Системные заболевания могут быть ранняя диагностика этих заболеваний, их лечение, сердечно-сосудистые заболевания, множество заболеваний. Вы знаете, большинство заболеваний, они тем или иным образом, они связаны с нашим ДНК, они связаны с нашим геномом. Вот, что-то напрямую, что-то опосредованно, но большинство заболеваний зависит от генетики. Поэтому, конечно, это онкология в первую очередь. А при планировании беременности, чтобы посмотреть, какие риски мутации есть у обоих родителей, это возможно использовать? Да, это возможно, и даже пытаются сейчас такие тесты проводить. Но со временем, я думаю, эта технология будет массово использована для того, чтобы планировать более здорового ребенка, прогнозировать определенные риски и при каких-то моментах сделать, не знаю, может быть, профилактические меры, может быть, какие-то принятия решений и так далее. Вот. Но в этом направлении движение есть, но оно массово, конечно, не используется сейчас. Технологии, они не настолько еще развиты, не так много еще информации о том, что могли планировать, так точно планировать, какой же будет там, ребенок после. Поэтому пока на определенных ранних стадиях это направление двигается. Скажите, пожалуйста, удается ли человеку вместе непосредственно с паспортом рекомендации, написанные обычным языком, не чисто медицинской информацией, а то, что может человек применять в обычной жизни, исходя из рекомендаций по ДНК? В генетических паспортах не только нашей компании и других, в большинстве случаев дается интерпретация для пациента именно на языке, вот, не врачебном, не медицинском, а обычном. Вот. Эти рекомендации, они несут профилактический характер, они предупреждающий характер несут.
Они направлены по прогнозированию рисков, заболеваемости, по выбору продуктов питания, по выбору лекарств, ограничению каких-то препаратов, по спорту, приверженности и так далее, диетам. Вот такие рекомендации выдаются в генетических паспортах. Но есть здесь небольшая проблемка, когда все это интерпретируется, получается очень большой объем информации, их не всегда очень удобно листать, смотреть, читать. Поэтому, например, в нашей компании мы стараемся делать эти генетические паспорта интерактивными. То есть не делать там книжку там, на 100 страниц, 160, 200 страниц, да, а делать какую-то универсальную веб-форму, где, например, пациент может вводить препараты, которые он принимает на сегодняшний день, а система это все автоматически сравнит с теми препаратами, которые на генетическом уровне дают токсический эффект или непереносимый для данного пациента. Вот что в нашем выражении, в нашей компании генетический паспорт. Это интерактивная книга. В таком выражении, конечно, более удобно преподнести и пациенту, и врачу информацию. Получается, такой цифровой продукт в помощь пациенту на основе результатов ДНК. Да. Мы считаем, что генетический паспорт в том виде, как сейчас на рынке модно делать, то есть открыл книгу и читаешь там много информации, оно не столько эффективно, сколько бы это можно было сделать в сочетании с экспертными системами, с умными системами, которые помогают читать и анализировать эту книгу. Вот пример, который я с лекарством привел. Теперь пример, например, возьмем симптом-чекер. Представьте, пациент открывает генетический паспорт и может пройти чек-лист по своим жалобам, по своим лабораторным данным, показателям, которые он где-то сдал. И в тот момент, когда пациент вводит эти все показатели, свои параметры, система сравнивает с геномом автоматически. Это уже заложено в генетическом паспорте. Интерактивный чек-лист, интерактивный модуль по подбору препаратов, интерактивный модуль по продуктам питания подбору. Вот в такой упаковке генетические паспорта, мы их называем интерактивный генетический паспорт, наиболее эффективно. Такой генетический паспорт в кавычках может жить в своем смартфоне. То есть взял я, например, смартфон, вот, открыл свой генетический паспорт, вот, и на фоне этого генетического паспорта я могу делать подбор терапии, который врач мне написал, и проверить, эти препараты совместимы или нет. А не приведет это к самолечению? Нет, это не выглядит самолечение, это будет предупреждать систему. Она не рекомендует, какой препарат применять. Она говорит, что тот или иной препарат может привести к нежелательным эффектам, побочным эффектам. Или, например, продукт питания, какие можно, какие нельзя применять, когда мы выбираем вот, прямо у прилавка магазина какой-нибудь продукт. В этот момент подключается генетический паспорт, и в момент принятия решения о покупке может остановить принятие решения о том или ином продукте покупки. Вот мы делаем генетические паспорта в таком интерактивном виде, когда разным экспертным системам и нашим разным приложениям можем преподнести до пользователя. Это уже технология доступная, программа работает, можно принять участие? Да, часть этих, конечно, этих продуктов уже работает. Есть обычный формат генетического паспорта, который просто в виде книги дается, где можно листать там сотни страниц, прочитать, как и все сейчас это делают. А также интерактивная форма, она уже запущена сейчас в одном из наших приложений, как электронный клинический фармаколог, куда может врач зайти, вбить препараты пациента, и система проанализирует не только межлекарственное взаимодействие обычное, но и сопоставлять это с генетическим паспортом пациента. Где это доступно территориально? А во-вторых, какая процедура получения этого паспорта? Нужно прийти непосредственно к вам в компанию либо в какую-то лабораторию, потом передать вам данные? Как это происходит? Сдается в лабораторию в любом месте, где делают секвенирование генома, получают флешку, секвенс, и этот секвенс передают нам. Мы анализируем и оттуда формируем, интерпретируем результаты и формируем книгу. Генетический паспорт, интерактивную книгу, которая может загружена на смартфон, в облаке хранится или распечатана в виде PDF-документа. Сколько весит такой файл? Вот файл, который из секвенатора выходит, он достаточно огромный, может быть, до 100 гигабайтов весить, которые делают разных вот, производителей, разных лабораторий.
Но этот файл хранить не очень удобно в смартфоне, поэтому у нас есть специальная технология, что эту информацию мы сжимаем специальным образом и можем довести до гигабайта. И в таком виде его хранить. Это оригинальный геном в очищенном виде, распакованный, математически проанализированный, который практически не меняется для данного человека. И вот в таком виде мы можем хранить где-то объемом 1 гигабайт. Это одна из краеугольных таких камушек этой технологии в нашей компании, где мы умеем сжимать такой большой объем с потерей, с минимальной потерей важной информации для пациента и хранить. Такой способ вообще дает возможность развивать технологии, масштабировать. Каким образом? Ведь сейчас генетические паспорта, которые делаются на рынке, они устаревают со временем. То есть через полгода эти паспорта, которые делаются, они уже не нужны. Почему? Потому что мировая наука о геноме, она развивается. Она, с каждым днем мы получаем новые данные о мутациях, вот, о исследованиях, о генах, о белках. И те данные, которые мы получили ранее, и на основании них сформировали, интерпретировали книгу «Генетический паспорт», окажутся неактуальными, например, через полгода. Что делать? Поэтому мы придумали эту технологию зафиксировать данные секвенатора удобным для хранения способом, например, в размере 1 гигабайт, да, и дальше интерпретировать генетический паспорт, то есть книгу, в тот момент, когда это нужно, и делать сразу актуальную книгу. Вот, например, вы получили генетический паспорт нашей компании у вас в смартфоне или на флешке. Весит 1 гигабайт. Вы обращаетесь к врачу, и в этот момент, когда нужно, чтобы врач проанализировал, в этот момент наша система, подключаясь к облаку, да, анализируя эту флешку, дает новую интерпретацию этой книги. Вот, комплементарную со всеми базами международными, да, внешними ресурсами. И эта книга актуальна в тот момент времени, когда врачу нужно посмотреть и принять решение. Или вы, например, принимаете решение по приему препаратов или при потреблении продуктов питания. В тот момент, когда вы принимаете решение, анализ, интерпретация происходит в режиме реального времени. Вот этот анализ, интерпретация у нас занимает всего 2 минуты. Это и есть уникальность нашего подхода сегодня, что мы научились анализировать, интерпретировать результаты секвенса за 2 минуты. За очень кратчайший период автоматически. Это дает возможность в любой момент актуализировать свой генетический паспорт. Такого пока еще на рынке мы не видели. Это как раз и есть то новшество нашей компании, вклад в эту технологию. Скажите, пожалуйста, когда, по вашему мнению, эти технологии станут доступны практически каждому россиянину? Я думаю, произойдет достаточно скоро. Как только цена секвенирования на уровне уже лабораторного оборудования снизится, то есть не интерпретация, да, этап интерпретации мы сократили от 7 дней до 2 минут. Вот если сейчас процесс секвенирования удешевится технологией, когда из биоматериала мы получаем, да, уже геном, вот тогда, конечно, будет доступно, цена упадет резко, и можно будет для всех россиян использовать это. А что нужно, чтобы секвенирование стало более доступным? Я думаю, технологии производства секвенаторов, они сейчас развиваются очень бурно. Делают новые приборы, новые подходы. И даже новые концепции сейчас формируются. В тот момент... Уже вот если сейчас смотреть, стоимость секвенатора со временем постепенно уменьшается. Я думаю, в течение года-два этот процесс будет реализован, потому что востребованность рынка огромная, колоссальная, а рынок требует этого. Соответственно, гонка вооружений идет по части секвенаторов и их разработок. Вот. Как правило, показывает опыт, да, в разных отраслях техники, технологий. Если есть такая востребованность со стороны рынка, технологии резко упрощаются и становятся доступными. Я думаю, в течение года-два резко кардинальные изменения будут в стоимости формирования секвенирования генома.
То есть есть шанс, что к 2025 году действительно произойдет генетическая паспортизация населения, верно? Вопрос паспортизации населения – это второй вопрос. Насколько это будет со стороны государства регулироваться или каким-то центральным органом. Да, это и нет в этом необходимости, потому что цель-то какая ставится основная? Цель ставится правильно лечить больного, прогнозировать риски в своевременно, да, и дать правильные рекомендации, а не просто делать паспортизацию населения для каких-то там заговоров и так далее. Я в эту историю не верю. Поэтому будет ли паспортизация населения или это будет рыночная история, я больше верю в рыночную историю. Это выгодно бизнесу, это решает реальную проблему наших пациентов, поэтому это востребовано, и за это люди готовы будут платить. А то, что паспортизация всего населения, ну, будет, если государство захочет. Нет, я думаю, рынок двигается своим чередом. Вот, разработчики нашей компании, вот, и наши конкуренты, партнеры, они двигаются своей историей. Нет никакого там взаимосвязи, я так понимаю, да, с общей паспортизацией населения. Я, по крайней мере, мы в этом не участвуем на сегодняшний день. А надо ли это или нет, я не думаю, что прям... Я думаю, это рыночная история, абсолютно рыночная история. Как и телефоны, знаете, появились, да, сейчас все думают, что это какой-то заговор. Телефоны, все прослушки и так далее. А это технологии, это связи. Это то, что называется социальная эволюция, научно-технологическая эволюция. То же самое с генпаспортом. Это социальная эволюция, это научно-технологическая эволюция, прогресс, тем более востребованная, очень востребованная сейчас в клинической практике. По сути, генпаспорт – это тот пазл, элемент пазла, который не хватало для того, чтобы мы поставили точные диагнозы, чтобы мы могли правильно лечить, персонифицированно лечить пациента. Вот с точки зрения врача, мы, мои коллеги, мы видим именно в генетическом паспорте вот тот кусочек пазла, которого не хватало, чтобы лечить более хорошо, более качественно наших пациентов. Ну, я бы акцент поставил не просто на генетическом паспорте как самостоятельной некой источник, самостоятельном источнике информации, но я бы посмотрел на эту тему комплексно. Отдельно генетический паспорт – это хорошо, но если его отделить, в общем, от данных пациента, то, что врач видит, да, и принимает к своим сведениям, например, жалобы, анамнез, лабораторные данные, генетический паспорт не так эффективен, сколько все это вместе оценивать. Вот почему в нашей компании мы анализируем генетический паспорт в комплексе. И вместе с генетическим паспортом даем другие экспертные системы или такие алгоритмы, которые в комплексе оценивают и принимают решения или подсказывают пациенту или врачу о чем-то. Вот, например, да, мы на входе системы для прогнозирования рисков даем не только данные из генома, то есть мутации и следствие этих мутаций с определенным риском вероятности, но и даем это все сопоставляем с внешними факторами, да, с определенными другими данными пациента, его лабораторными данными. И в комплексе вероятность прогноза, вероятность рисков, вероятность прогноза, вероятность эффективности терапии наиболее выше становится, нежели только на уровне генетического паспорта. Вот. Поэтому наш призыв ко всей этой истории – это в том, чтобы не расценивать генпаспорт отдельно, а его всегда расценивать с клиническими данными пациента, совмещенно. Это очень важно. Да, его нужно использовать не только пассивно в виде документов, как я сказал, а интерактивным способом. Чтобы врач не листал весь генетический паспорт, который сейчас привычным образом на столе кладут. То есть пришел пациент, вот такую стопку, 100 страниц, читай, врач. Я анализирую, это очень сложно. Там очень много данных даже для врача. И не нужно, я вам скажу. Поэтому генетические паспорта должны быть интерактивными. Когда врач вписал туда список препаратов или список симптомов, которые есть у больного, сам генетический паспорт сформировался таким образом, чтобы те или иные риски сразу стали очевидными. Вот это есть интерактивно. А, Геворг, спасибо большое. Спасибо, что находите время для такой просветительской деятельности. Дорогие друзья, спасибо за ваши лайки, подписки. Увидимся.